Работники ДСУ-65 начинают подготовку к прокладке тротуара на улице Косовский тракт напротив нового микрорайона индивидуальной застройки и войсковой части. Пешеходная дорожка шириной 2 метра будет из тротуарной плитки. Будут обустроены съезды и установят уличное освещение. Мастер ДСУ-65 города Слонева Александров Владимир Сергеевич. Началась работа по снятию чернозема под тротуарную дорожку. Эта дорожка будет куда? Наверх до нового микрорайона, практически до самого кольца. Ага. Тут только тротуар или же какие-то еще электролинии и так далее? Да, будет линия освещения от Косовского рынка и тоже до практически до кольца. Ну и тротуар, соответственно. Если позволит погода, когда это все может быть сделано? В течение 3 месяцев.